Всем привет! Здравствуйте, друзья! Очередная пятница, и с вами снова дуэт Black Velvet. Анастасия Умлауф и Антон Огурцов. Какую песню мы исполним сегодня? Сегодня мы исполним песню Blackwell Brides группы. Песня называется Goodbye Agony. Угу. Чего я вам желаю. А почему именно эту песню мы выбрали для исполнения разбора? Это красивая песня, хотя мы не исполняем некрасивых песен. Да, это так. Ну, раньше, когда я была моложе. Да, ладно, ты сейчас, конечно, уже все там. Когда я была моложе, сейчас песок сыпется, да. Понятно. Когда я была моложе. А, так. Я слушала очень много рок-музыки. Да, и даже металл, наверное, музыки, да, очень тяжелый. Пост-хардкор, то есть, но вся эта музыка была обязательно, для меня важно очень было, чтобы в этой музыке были очень красивые мелодические какие-то ходы. То есть не просто какие-то оры и все, вот, а именно какие-то красивые мелодии, что-то такое. Так. И кроме рок-музыки я одно время вообще ничего не могла слушать. Угу. Также я именно очень много слушала музыки именно той группы, которую мы сегодня будем исполнять, то есть Blackwell Brides. И... А ты, кажется, даже на концерте была, да? Да, я даже была на концерте, когда они первый раз приехали в Россию. Да. В Москве. Да, и ты говорил, что это было что-то такое вообще. Это было круто, да. И именно эта песня у меня оставила большое впечатление с концерта. Так что почему бы ее не исполнить? Да, тем более акустических версий достаточно мало в интернете. Да. И, конечно, мы тут переработали кое-что, что-то, может быть, от себя добавили, что-то взяли за основу из оригинала. Итак, исполним эту прекрасную композицию. Ну и, конечно же, мы тональность изменили. Ну да, да-да-да, мы сделали чуть выше, потому что там, по всей видимости, используются, как это принято в тяжелой музыке, низконастроенные инструменты, низконастроенные гитары. Но мы тоже тут кое-что перенастроили, это мы осветим. Нашем разборе. Да, но я-то говорю про тональность к тому, что если кто-то хочет именно как в оригинальной тональности играть, то вам придется это все потом транспонировать. Да, ну, перестроить гитару, что ж такого-то. Итак, Goodbye Agony. Killing me, dating on what's done.
А такая замечательная композиция Goodbye Ebony. Друзья, приступим к разбору гитары. Первое, что нужно сделать, это нужно перестроить первую струну из ми в ре. Потому что в противном случае мы не получим... трех нот мелодии, которые должны висеть, как будто мы играем на рояле с нажатой педалью. Вступление состоит из двух фигур. Сейчас я поочередно покажу каждую из них. Давайте разберемся, как играть каждый аккорд. Первый аккорд. Ну, это аналог си минора. Мы прижимаем пятую струну на втором ладу, вторую струну на втором ладу и третью струну на четвертом ладу. При этом обязательно надо подушечкой указательного пальца прижать четвертую струну, для того, чтобы она не звучала. Вообще в этой композиции нам очень часто придется использовать не только палец для того, чтобы прижимать струны, но и для того, чтобы глушить струны, которые в данный момент не нужны. Итак, пятая струна у нас звучит, четвертая прижата. Перебор играется на третьей, второй, первой струне. В басу пятая, третья, вторая, первая. Ноты висят, и это даже не легато, а ноты просто накладываются даже друг на друга. Второй аккорд. Не меняя позиции пальцев, мы добавляем безымянный палец на шестую струну, на третий лад. Перебор играется на третьей и второй струне. Следующий аккорд. Мы отпускаем безымянный палец, то есть он играется так, как игрался аккорд первый, только в басу у нас теперь шестая струна. Перебор третья, вторая, первая. Последний аккорд этой фигуры – это фа диез мажор. Но используем мы не все струны. Я прижимаю четвертую струну на четвертом ладу, третью на третьем, вторую на втором ладу. Я использую большой палец для того, чтобы прижать шестую струну в басу, чтобы получить ноту фа диез. На самом деле играю я только перебор на второй и третьей струне. Четвертую я зажимаю на всякий случай, вдруг я по ней нечаянно задену, и она все равно входит в звучание этого аккорда. Здесь следует отпустить сначала указательный палец, то есть мы играем третью струну, потом мы играем вторую струну открытую и прижимаем указательный палец на втором ладу, чтобы получить последнюю ноту. Вот сейчас я как раз проиграл, задевая четвертую струну, и она в данном случае ничего не портит. Вторая фигура вступления играется следующим образом. Здесь тоже очень важно использовать подушечку мизинца для того, чтобы прижать ненужную нам в данный момент третью струну. Значит, мы используем ноты следующие. Пятая струна прижимается на втором ладу, четвертая на четвертом. Подушечкой мизинца мы зажимаем третью, потому что она нам здесь не нужна, она все испортит, если будет звучать. И вторая струна должна быть впоследствии прижата на втором ладу. Последняя нота – это первая открытая струна, медленно. Я отпускаю вторую струну для того, чтобы первая струна звучала и было созвучие с открытой нотой си, потому что это аналог аккорда си минор. Следующий, ну, аккорд или позиция для вот этой второй фигуры. Мы прижимаем пятую струну на четвертом ладу, подушечкой глушим четвертую струну, потому что она нам здесь не нужна. И здесь надо будет прижать вторую струну на втором ладу медленно.
обе позиции вместе соединим. Дальше мы делаем бенд на второй струне, на третьем ладу. Когда мы сделали бенд, мы должны сыграть аккорд соль мажор. То есть бенд перетекает в аккорд соль мажор. Шестая струна прижимается на третьем ладу. Пятая струна на втором ладу прижимается. Вторая струна прижимается на третьем ладу. То есть туда как раз приходит наш бенд. Следующий аккорд это ми минор секст. Мы прижимаем пятую струну на втором ладу, четвертую струну на втором ладу, третья открытая, вторая струна на втором ладу, первая струна на втором ладу и шестая тоже открытая. Дальше мелодический ход. Играется он следующим образом. Указательный палец прижимает вторую струну на втором ладу. Первая струна прижата на четвертом. Дальше я делаю следующим образом. Я не ударяю медиатором, а нота получается следующим образом. Мы указательный палец резко перемещаем вниз, и он извлекает ноту. Можно даже медиатором сыграть, но будет слишком резкий звук. И здесь это не нужно, потому что эта мелодия должна прозвучать выразительно. Последняя нота – это третья струна, прижата на третьем ладу. Все вместе. Эта фигура проигрывается одинаково два раза, за исключением того, что за вторым разом, перед тем, как взять аккорд ми минор секст, нам надо еще сделать... Мы опять используем этот же самый прием. Я прижимаю указательным пальцем первую струну на втором ладу и потом опускаю палец вниз, то есть не медиатором бью, потому что иначе ноты звучат слишком раздельно, а тут будет легато. Дальше играется фигура, которая была в самом начале. Только она вначале проигрывается дважды, а перед куплетом она играется только один раз. Выход на куплет играется следующим образом. Мы прижимаем вторую струну на втором ладу, третью на третьем. Большим пальцем я зажимаю в басу фа диез. И дальше безымянным пальцем я глушу четвертую и пятую струну. В принципе, можно прижать здесь, если это сложно для исполнения. Потому что потом, так-то не сложно, но потом сложно будет передвигать, не прижимая. И мы можем, в принципе, и пятую струну прижать на четвертом ладу, она не испортит звучание этого аккорда. Либо ее заглушить. Потом мы передвигаем указательный средний палец на один лад, а большой палец на два. Если нам не удается глушить пятую и четвертую, то мы прижимаем пятую струну на пятом ладу. И опять же, она не портит звучание этого аккорда. Но можно играть и зажав просто, приглушив пятую и четвертую. Но здесь вот флажолеты рядом, поэтому надо быть очень осторожным. И потом мы всю эту позицию пальцев сдвигаем на два лада. Мы можем пятую прижать на седьмом ладу, можем играть только шестую, третью и вторую. Это уже как получится. Иногда, когда мы играем в темпе, не получается прижимать, и все-таки безымянный палец нажимает на пятой струне в первом аккорде четвертый лад, во втором аккорде пятый и в третьем аккорде седьмой лад. Дальше
разберем аккорды куплета. Первый аккорд куплета это си минор. Здесь достаточно хорошо звучит си минор с открытой первой струной. Открытая струна первая у нас теперь ре. Она специально для этого и перестроена, чтобы она входила в состав аккорда си минор. Потому что это основной аккорд этой песни. Мы прижимаем пятую струну на втором ладу, четвертую на четвертом, третью на четвертом, вторую на третьем ладу. И здесь получаются дублирующиеся ноты. Но это ничего страшного, они звучат хорошо. Второй аккорд куплета – соль мажор. Он берется в данном случае очень просто. Мы прижимаем на третьем ладу шестую струну, на втором ладу пятую, все остальные струны открытые. Ми минор, септ. Пятая струна прижимается на седьмом ладу, четвертая на пятом ладу, третья на седьмом ладу, все остальные струны открытые. Аккорд звучит очень прозрачно и красиво. Четвертый аккорд фа диез мажор. Я беру его таким образом, чтобы не звучала первая струна. Здесь получается, я зажимаю ее в практически ладони, потому что я использую большой палец для того, чтобы прижать бас, и поэтому здесь уже удобно зажать даже вот этим местом ладони, этим местом первую струну, чтобы она не звучала. Конечно, интересно звучать, но оно не подходит для контекста куплета. Шестая струна зажимается на втором ладу, пятая на четвертом, четвертая на четвертом, третья струна зажимается на третьем ладу и вторая на втором. Первая струна прижатая ладонью не звучит. Четыре раза подряд, и после играется выход на припев. И по самой структуре это не кратно 16, этот выход получается некоторой добавкой. Выход играется на двух аккордах: соль мажор и ми минор септ. Соль мажор я беру иначе, чем я показывал, потому что в данном случае мне нужны резкие акценты и нужно глушить струны. Я беру соль мажор следующим образом. Шестая струна прижата на третьем ладу, пятая прижата на пятом ладу, четвертая на пятом ладу, третья струна прижата на четвертом ладу, вторая струна прижата на третьем ладу. Первая струна, она аккорд, конечно, не портит, но я ее прижимаю ладонью для того, чтобы она не звучала, для того, чтобы получались резкие акценты. То есть я прижимаю, отпускаю, прижимаю, отпускаю. Ми минор септ. Здесь прижата на втором ладу пятая струна. Четвертая струна прижата тоже на втором ладу. Остальные струны открыты. Я стараюсь играть больше по басовым струнам, для того, чтобы как раз тоже здесь были акценты. И помогаю еще мизинцем прижимать, для того, чтобы улучшить струны. То есть мизинец просто у меня касается струн, для того, чтобы они переставали звучать. Ритм. И мы выходим на припев. Вместе я сыграю эти два аккорда. Выход на припев. Припев играется на похожих аккордах, но они берутся несколько иначе. Вот, например, аккорд си минор, первый аккорд припева, я беру следующим образом. Пятая струна прижата на втором ладу, третья струна прижата на четвертом ладу, вторая струна прижата на третьем ладу
И первая струна прижата на четвертом ладу. Четвертая струна открытая. Это аккорд си минор. Следующий аккорд. Ре. Менш. С добавлением ноты ми. Берется он следующим образом. Я ставлю баре указательным пальцем на пятом ладу. Четвертая струна прижимается на седьмом ладу. Третья на шестом. И первая струна прижимается на седьмом ладу. Вторая струна звучит за счет прижатого баре. Шестая струна не звучит. Третий аккорд. Припев – это соль мэдж. Мы его берем так, как мы брали соль мажор ранее. Прижимается шестая струна на третьем ладу, пятая струна на втором ладу. И добавляется прижатая первая струна на четвертом ладу. Следующий аккорд – ми минорная девятка. Пятая струна прижимается на седьмом ладу, четвертая струна прижимается на пятом ладу, вторая струна прижимается на седьмом ладу, остальные струны звучат открытыми. Потом мы опять берем си, так как мы его брали. Это получается у нас ля мажор с басом до диез. Я прижимаю пятую струну на четвертом ладу, четвертую струну я прижимаю на седьмом ладу, третью на шестом, вторую на пятом ладу, первая струна не звучит и шестая струна не звучит. Здесь в этом аккорде участвуют только четыре струны. Дальше опять мы играем соль мэдж, я уже показывал, как его взять. Ми минорная девятка. Дальше мы играем аккорд си минор, так как он игрался у нас в куплете. Это ля мажор с басом до диез. Соль. Здесь нужен соль уже чистый. То есть мы не прижимаем первую струну, она звучит открытая. И переход на следующую строчку играется следующим образом. Это аккорд ре мажор. Его можно взять по-разному. Мне удобнее прижать мизинцем на седьмом ладу четвертую, третью и вторую струну. При этом первая струна получается зажата подушечкой. И прижимается указательным пальцем пятая струна на пятом ладу. И аккорд здесь используется ля мажор с басом до диез. Давайте проиграем все вместе. Очень красивый проигрыш. Играется он следующим образом. Мы играем одновременно аккорды и мелодию. Нам надо поставить си минор, но поставить его следующим образом, для того, чтобы мы могли сыграть мелодию. Прижимаем пятую струну на втором ладу, третью струну на четвертом ладу
и медиатором проводим и доходим только до второй струны. Здесь дублирующие ноты, но это ничего страшного. Дальше добавляется мизинец на четвертом ладу. Это вторая нота. Я беру здесь соль таким образом, просто это удобнее. Я не беру соль так, как я его играл в куплете, а я прижимаю в басу на шестой струне, на третьем ладу ноту. Подушечкой указательного пальца я зажимаю пятую струну, чтобы она не звучала, потому что мне здесь нужна растяжка. И мизинец я ставлю на пятый лад, на первую струну. И здесь играется вот такая мелодическая вставка. Безымянным пальцем я прижимаю первую струну на четвертом ладу и опять мизинцем прижимаю на пятом. Дальше идет ми минор, играется он следующим интересным образом. Тоже мне нужны мелодические ноты, и это как раз третья струна, прижатая на девятом ладу, вторая струна, прижатая на восьмом ладу, но я к ним подхожу с помощью арпеджио. Здесь прижата пятая струна на седьмом ладу, четвертая струна на девятом ладу, третья струна на девятом ладу, вторая струна на восьмом ладу. Мы проигрываем медиатором до третьей струны, пытаясь ее выделить, потому что это мелодическая нота. И дальше играется достаточно сложная фигура. В басу остается звучать нота ми, это открытая шестая струна. Играется вот такой интересный аккорд. Я прижимаю первую струну на восьмом ладу, вторую струну на седьмом ладу, третью струну на девятом ладу и четвертую струну на восьмом. В басу остается звучать нота ми. Можно сыграть еще раз, задев бас, но в принципе из предыдущего аккорда этот бас у нас остается висящим, поэтому можно просто сыграть 4 нижние струны. И дальше очень интересно и достаточно сложно. Вот такой аккорд следующий. Здесь очень неудобно мизинцу, его надо немножечко положить на гриф, потому что иначе не получится, чтобы особенно было легато. Значит, у нас прижата на девятом ладу четвертая струна, третья. Мизинец очень плохо себя чувствует, потому что он наклонился к грифу, и его прижали другие пальцы. Вторая струна открытая, и первая прижата на девятом ладу. Вот такой аккорд получается. В басу у нас висит нота ми. И последний аккорд. Четвертая струна прижата на одиннадцатом ладу. Третья струна прижата на девятом ладу. Вторая струна прижата на 11 ладу, первая на 11 ладу. Нота ми прекрасным образом остается висеть в басу. Дальше играется второй куплет. Он несколько отличается по аккордам от первого куплета. Сейчас я покажу, в чем отличие. Аккорд первым разом играется абсолютно так же. Первая строчка играется так же, как она игралась в первом куплете. Вторая строчка. И здесь встречается новый аккорд. Это ми мажор сем с басом соль диез. Я прижимаю шестую струну на четвертом ладу, прижимая указательным пальцем пятую и четвертую струну одновременно на втором ладу, и третью струну я прижимаю на четвертом. Остальные струны открыты. Дальше наш фа диез мажор, так как он игрался в первом куплете.
второй куплет он кратен 16 тактом, и поэтому здесь мы играем выход уже на четвертой строчке. Мы опять используем наш прекрасный ми-мажор с басом соль диез. И последний аккорд это ми-мажор с. Мы его играем следующим образом. Пятую струну прижимаем на втором ладу, четвертую на втором ладу, третью струну мы прижимаем на первом ладу, все остальные струны открытые. Ми, мажор, септ. Если бы гитара была не перестроена, то был бы просто ми-мажор. Из-за того, что у нас первая струна стала нотой ре, аккорд получается аккордом септ. Дальше играется припев. Он играется точно так же, как игрался первый припев. После второго припева мы играем бридж. Первый аккорд бриджа это соль мажор. Когда мы прижимаем только две струны, это шестая струна прижата на третьем ладу, пятая прижата на втором ладу. Я уже показывал, как его брать. Дальше ля мажор. Я его играю следующим образом. Четвертая струна прижата на втором ладу, третья на втором ладу, вторая струна на втором ладу, первая не звучит. Си минор играется так же, как он игрался в первом куплете. После второй строчки бриджа идет интересный аккордовый ход. Играется он следующим образом. Мы играем си минор, так же, как мы его играли в первом куплете в бридже. Потом мы играем аккорд ля мажор с басом до диез. Я прижимаю четвертую, третью, вторую, первую струну на втором ладу, и безымянным пальцем я прижимаю пятую струну на четвертом ладу. Дальше красится ре мажор, я уже показывал, как его брать. И последний аккорд этой фигуры играется следующим образом. Я прижимаю указательную, можно по-другому это делать, мне просто так удобнее. Пятую струну я прижимаю на девятом ладу, четвертую на девятом, третью струну я прижимаю на одиннадцатом ладу, и подушечкой очень хитрым образом я глушу шестую, которая мне не нужна, вторая и первая открытые. Последние три аккорда бриджа это соль мажор, мы уже знаем, как его нужно поставить, ля мажор и фа диез мажор. А дальше идет самое интересное. Это соло. Достаточно сложной задачей было отразить соло на одном инструменте, чтобы у нас звучал и аккомпанемент, и мелодия. Мы сделали некоторую хитрость, то есть мы не целиком сняли соло и переложили на акустическую гитару, а мы взяли только отдельные мелодические ходы. Ну а что-то добавили, чтобы просто звучало, ну как-то что ли, увесисто, по крайней мере, потому что если играть отдельно соло, то пропадет аккомпанемент. Итак, соло. Первый аккорд это соль, но нота берется с запаздыванием, то есть мы сначала вешаем аккорд соль, потом берем мелодическую ноту на первой струне на пятом ладу. Соль я опять же для удобства прижимаю только лишь шестую струну на третьем ладу, чтобы получался бас-соль, а пятую струну я глушу подушечкой пальца. Дальше на ля-мажоре играется следующая мелодическая фигура. Давайте проиграем медленно. Значит, я указательным пальцем прижимаю одновременно струны четвертую, третью, вторую и первую на втором ладу. И безымянным пальцем я нажимаю первую струну на четвертом ладу.
Дальше мизинец играет первую струну, прижатую на пятом ладу. Здесь тоже надо сыграть легато. Когда мы сыграли аккорд ля мажор с прижатой первой струной на пятом ладу, мы играем легато. То есть мы убираем мизинец, не отпуская безымянного пальца на четвертом ладу, и потом отпускаем безымянный палец, резко его уводим вниз, чтобы извлеклась нота, нота ми. Эта нота прижата указательным пальцем. И добавляем ноту ре. Это вторая струна, прижатая на третьем ладу. Эта фигура играется следующим образом. Пятая струна прижата на втором ладу. Третья струна прижата на четвертом ладу. Первая струна прижата на четвертом ладу. То есть я дохожу до первой струны мелодической ноты. У меня как раз в первой струне. Потом я ее отпускаю, тоже извлекая звук медиатором. Третья нота мелодическая. Это нота Си, она прижата у меня на третьей струне, на четвертом ладу. Следующая нота, это третья струна, прижатая на втором ладу. И мы возвращаемся на третью струну, прижатую на четвертом ладу. Мне нужна нота до диез, чтобы перейти на следующую фигуру. Я прижимаю вторую струну на втором ладу. Следующий аккорд. Я прижимаю аккорд си минор, так как в первом куплете это было сделано. И веду мелодическую линию. Ноты такие. Вторая струна, прижатая на третьем ладу. Вторая струна прижата на втором ладу, третья струна на четвертом ладу и третья струна на втором ладу. То есть я подхожу с помощью арпеджио к первой ноте и играю мелодию. Следующий мелодический ход играется так. Я играю первую струну на четвертом ладу. Тоже использую технику легато. Резко увожу мизинец вниз, чтобы извлеклась нота открытая. Открытая первая струна. Медиатором играю вторую струну. И играю ноту четвертой струна, прижатая на четвертом ладу. Дальше я играю аккорд соль. Дохожу до третьей струны, потому что именно эта нота является мелодической. Я прижимаю тоже для удобства соль, только шестую струну на третьем ладу, пятая прижата подушечкой пальца. Дальше. Четвертая струна прижата на четвертом ладу и играется. Сначала я играю пятую и четвертую одновременно, а потом играю мелодический ход. Четвертая, третья открытая, четвертая прижата на четвертом ладу. Четвертая струна на втором ладу и возвращаюсь на четвертый лад. Четвертая открытая и четвертая прижатая на втором ладу. Последняя нота это пятая струна, прижатая на четвертом ладу. И выхожу на аккорд си минор, так как он был у нас в первом куплете. Я сначала играю пятая, четвертая одновременно
вторая и третья. Здесь, в принципе, если прозвучит первая, ничего страшного. Потом перебором я играю. Это пятая, четвертая, третья, вторая на этом же аккорде. Дальше я играю. Это ля мажор. Но мы доходим сначала до второй струны прижатой, потом открываем первую, вторая, третья. Дальше перебор на соль мажор. Здесь все достаточно просто. То есть мы проигрываем 4 струны сверху, 4 струны снизу. Дальше ля мажор. Здесь я прижимаю струны таким образом. Шестую на пятом ладу, четвертую на седьмом ладу, третью на шестом ладу. Вторая и первая струны у меня открыты, но порядок струн такой. Шестая, четвертая, третья, первая, третья, четвертая, вторая, четвертая. Шестая, четвертая, третья, первая, третья, четвертая, вторая, четвертая. Кажется, такая фигура использовалась в одной из композиций Джо Сатриани. А потом выход. Нам надо создать кульминационное настроение перед последними двумя припевами. Я это делаю следующим образом. Немножко похоже на гражданскую оборону. То есть это аккорд фа диез мажор. Но я в нем сначала открываю третью струну, она у меня открытая, прижатые струны. Шестая на втором ладу, пятая на четвертом, четвертая на четвертом. Здесь я прижимаю указательным пальцем вторую струну и первую на втором ладу. Третья открытая. И потом я добавляю третью струну, прижатую на третьем ладу. И получается фа мажор септ. И дальше идут два припева. Как играть припев, мы уже разбирали. Ну, на этом разбор гитары окончен. Для того, чтобы все это сыграть, нам придется достаточно упорно работать, потому что много нюансов, много хитростей, много неудобных позиций, но зато все звучит достаточно интересно. Друзья, мы очень рады, что вы оставались с нами до самого конца, потому что разбор этой песни достаточно сложный, ну и поэтому он получился достаточно длительный по времени. С вами был дуэт Black Velvet, это Анастасия Млауф. А это Антон Огурцов. Да. А это наш блог, а это наш канал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь обязательно с друзьями, потому что друзья ваши в печали, что они еще не знают, что каждую пятницу в 6 часов вечера выпускается новый блог, либо с музыкальным разбором, либо с музыкальными новостями, либо вообще с чем-то интересным от Black Velvet. Поэтому смотрим, подписываемся, ставим лайки, колокольчик. Ну а сейчас время попрощаться до следующей пятницы. Да. И по традиции. Мы сделаем именно так.